Доброго времени суток, продолжаем смотреть обзоры на еду и напитки. Сегодня у нас чипсы Лейс, новинка, нежная моцарелла и песто. Вот такая вот белая упаковочка, масса 70 грамм, приобреталась за 89 рублей. Нежная моцарелла с песто. Выглядит интересно. Давайте разберемся в состав, калорийность производителя и будем дегустировать. В состав у нас следующий: картофель, растительные масла, комплексная пищевая добавка, значит, молоко сухое, соль, декстроза, глютен, усилитель вкуса, аромата, глутамат, натрий 1 замещенный, 5-й нитрит натрия 2 замещенный, 5 гомеолат натрия 2 замещенный. Ароматические вещества, содержит красители, экстракт паприки, куркумин, молочная кислота, луковый порошок, петрушка, децитат натрия, обычная кислота, янтарная кислота, лимонная кислота, чесночный порошок, перец белый, масло подсолнечное. Значит, изготовитель у нас, тут разные филиалы. Значит, касаемо калорийности. Касаемо калорийности. Где оно у нас расположено? Здесь разные языки. Вот. По калорийности следующее. Значит, на 100 грамм продукта у нас 6 граммов белка, 50 грамм углевода, 32 грамма жиров. Общая калорийность у нас 520 килокалорий. То есть довольно калорийный продукт. Ну, это не удивительно. Чипсы как снеки. Обычно молодежь их ест там с газировкой какой-нибудь. Более взрослые люди, как правило, употребляют с пивом в качестве закуски, либо какими-то напитками. Ну, давайте пробовать. Погнали. Ну что, ребята, давайте будем пробовать. Очень выраженный вкус песто. Сыра, моцареллы особо не чувствую. Но песто весьма выраженный. Идет довольно приятно. Неплохой вкус, интересный. Кто любит песто, думаю, вам понравится. Да, ребят, идет неплохо. Неплохой такой вкус. В принципе, за свои деньги. Неплохой вариант, альтернатива другим вкусам. Очень даже неплохо. Я поставлю 4 балла из 5. Неплохой вкус, песто люблю. Очень действительно подобран, хорошо ароматизатор, похож. Идет весьма приятно. Денег своих стоит. Поэтому прикольная новинка. 4 балла из 5. Рекомендую. Берите, не пожалеете. До новых встреч.